Привет, дорогие друзья, с вами Воблер, и у нас новая игра на канале под названием «Без тормозов». Мы будем ехать на автомобиле и постараемся выжить. Это первый взгляд, если вы в нее играли, обязательно подсказывайте в комментариях. И я тут понял, что нам будут открываться различные машины, только есть стандартные, их 31, представляете? На этом джипе мы сейчас будем ехать, такой вот американский. Есть другие тачки, которые нам недоступны, тачек очень много. Просто у меня глаза теряются от такого огромного количества тачек. Так это только стандартные. Смотрите, премиум вообще 63 машины. Это жесть какая-то. Вы посмотрите, на всех нужно будет ехать. Есть специальные, 18. И мои. То есть наши. С вами сегодня вот только один такой вот внедорожник, джип реальный. Также у нас есть различные... Различный юнит, это фил авария есть, не знаю, что это за фил авария, то есть есть еще фил, разные филы, которые нам еще недоступны, я думаю, что они будут доступны в будущем, когда мы их откроем. Знаете, что самое интересное, у нас есть фил авария, у нас есть Анита тормоз, посмотрите на Аниту тормоз, у нее точно лицо как у тормоза. Просто угар, это вообще Анита. Эльфийка какая-то, ладно. И владелец фил авария. То есть у нас просто фил авария. А у нас еще разные филы вот есть. И Анита тормоз нам тоже доступна. Ну да ладно, пусть будет фил авария. Так, ну что ж, давайте мы, наверное, вместе с вами попробуем проехать первую трассу и взглянем, что нас вообще ждет. Тут мы таки начинаем тормозить, тормоза нету. Лицо кирпичом. А, я даже ничего не настроил. Ай-яй-яй, я ничего не настроил. Сейчас быстренько. Нас никто не предупреждал, что мы будем еще ехать. Ребята, называется на ходу. Ориентируемся на ходу. Все. Да, прилетели. Наш фил... Ну, он просто, у него был ник фил авария. Что вы хотели, если он фил авария? И что это, крестик? О, у нас уже открытие кейсов. Выиграли приз. Смотрите, мы еще ничего не сделали, нам дали $100, я так подозреваю. Выиграй приз, получи $20 за просмотр видео, получить фил. Давайте мы дальше пойдем. Дальше. Ого, перелетели. Отлично, слушайте, вообще. Что это такое? Какие-то патроны, давайте мы их возьмем. Кто-то по нам... А, это у нас пушки. Нормальные пушки, которые все могут расстреливать на ходу. Птички. Так, 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 так. А мы сюда сможем проехать? Во-во-во-во-во-во-во, как? А что с нами не так? Фил авария, давай, бери. Щит. Слушайте, щит, что дает щит? Я думал, как-то сейчас боком заеду сюда. Ага. Так, давайте. То есть мы должны еще пройти эту трассу. Ага, непросто, я вам скажу, ее пройти. Так, это что-то мы ракетную какую-то штуку взяли. Что это такое? Ой, здесь поезд. Время. О, это у нас замедление времени идет. То есть удобно, смотрите, замедление времени. Мы в этот момент можем здесь рулить. Ворона. Сбиваем ворон. Ну, мне замедление времени реально понравилось. Ох, все по-быстренькому. Давай, давай, прыжок. Прыжок через воду. Ой, пропустили монеты. Так хотел я монетку взять. Так, проехали дальше. Прыжок без тормозов, слушайте. Это прям есть фильмы такие без тормозов. Как мы... О, пролетели. Я думаю, как мы вообще будем сюда заезжать. Пулемет. Мы взяли какой-то пулемет, монетки. А, пулемет, походу, убирает все деревья у нас на пути. Нормальная тема пулемета, я вам скажу. Так, едем вперед. Монеты собираем. Ай-яй-яй, деревья. Кто будет отстреливать деревья-то? Поезд, поезд, поезд. Проскочили. О, ай, жопой зацепили, слушайте. Зад нашего автомобиля зацепился. Чувак пошел помыться. Ну, сейчас просто лето, удобно, понимаете. Ну, давайте дальше. Что нам предлагают? Новый, новый. Нам нужно эту трассу проехать как-то. А сколько она вообще метров? Непонятно. Ну, давайте попробуем проехать. Сколько метров? Есть какой-то путь? Так, секунда. Нет, ну что ж. Реально как-то тяжело, слушайте. Тяжело проехать, давай дальше. Лежит звездочка у него. Да.
Филавария. Это просто, знаете, есть такая пословица, как назовешь корабль, так он и поплывет. У нас Филавария, значит, обязательно будет авария. Вот был бы у него ник Фил Шумахер, вот мы бы ездили как Шумахер. Замедление. Во, зачем нам замедление? А как нам проехать? Вода, и что? А тут мелко, наверное. А, проехали. Так, монетки мы все потеряли. Блин. Мне кажется, или каждый раз у нас новая трасса, ребята? Каждый раз новая трасса? Это можно даже скриншот делать? Как мы летим или как мы падаем? Филавария. Едем, перепрыгнули. Здесь хоть мост я вижу впереди, смотрите. Но мы давайте сейчас пушки возьмем. У пушки еще ограниченное... А, патроны с правой стороны. Есть время, которые могут стрелять эти пушки. Так, едем дальше. Пушки даже отстреливают. Ничего себе, даже рельеф отстреливают. Нормальные пушки, мне не нравятся. Давай, вперед, прыжок. Опаньки, забор или что это было? Нет, это скала, мне показалось. Прыжок, давай. Воу, елка, елка. Как мы за макушку зацепились. Вот ель, слушайте, об дерево. Филавария приземлился. Что, звездочки у тебя? Вставай, не притворяйся, ты жив, я знаю. Так, мы ее проедем сегодня или нет? Ой, я вижу, какая-то розовая штучка спереди, за монетами. Так, потихонечку. Что это мы взяли? Я не знаю, что мы взяли. О, трасса! Слушайте, что это за трасса? Навстречку! О, встречным... Ай, нам навстречку машины едут. Проехали, отлично. Туннель. Слушайте, каждый раз у нас разные трассы. Почему так? Я думаю, мы сейчас выучим все на одной трассе. И все будет the best. О, деревья. Что не так сделал наш Филавария? Я не могу понять, почему он упал. Мы вроде бы неплохо приземлились. Что это? Это 779 это метров проехали? Нормально, чувак, как колбасило, я вам скажу. Хочешь посмотреть рекламу, чтобы оживить персонажа? Нет, ничего, отмена, никакую рекламу, ты чё? Поехали. Тяжело нам дается, походу, эта трасса. Давай, Филавария, ты сможешь. В тебя все верят. Грузовичок. О, легковушка. Так, на левую сторону. Давай на левую. Прыжок. Ого, какая пропасть. Еще и вода какая-то. Ничего себе. Так, трамплин. Приезжаем через... Опа, пролетели. Ай-яй-яй, клонит как-то нашу машину вправо. Что с ней не так вообще? Стреляй. Да, отстреливай всех. Стреляй, уточек. Деревья отстреливай. Ой, щит, блин. Щит нам в любом случае нужен был. Пушка. Пушка нам бы не помешала. Ой-ой-ой-ой, как-то она реально тяжело управляется, машина, ребята. Или может надо сильнее кнопки жечь, что ли, а? Но я думаю, что мы сегодня доедем, ребята, все-таки мы сможем. Так, мы проедем, мы точно проедем. Все, я сказал, что мы проедем эту трассу. Смотрите, сейчас берем щит. Я не знаю, что нам дает щит, но надеюсь, что он... А, то есть мы со щитом можем рубить деревья. Нормальная тема, слушайте. Ух ты. Прыгнули на трассу, на встречку. Ну давай. Пулемет. Ты можешь отстрелять машины, которые на нас едут? Ничего он не может. Так, едем вперед. Опаньки, что нам еще? Нам придется пройти. Да, здесь надо как-то сильнее сжать. Эта машина не сильно слушается управления. Или мне так показалось? О, замедление времени. То, что нам нужно. Тихонечко. Фил. МС Фил. Вижу щит, слушайте, берем щит. Нам в любом случае он нужен. Ох, как быстро все происходит. Пеньки. А на пенек, если наехать, что будет? Камешек. Так, камни мы разбиваем. Ого-го-го. Так, сколько у нас? Щит сейчас закончится. Здесь разбиваем. Навстречку. Снова трасса, слушайте. А сверху у нас время, то ли очки, которые нам засчитываются за то, что мы едем, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Проехали. Едем вперед. Здесь, конечно, поворот сейчас будет у нас. Так, сосредотачиваемся. Едем впереди. Что там нас ждет? О, щит, давай берем-берем. Отлично, слушайте, надо дерево миновать, а то мы сейчас потратим. Еще какой-то бронещит у нас есть.
Ого, давай, давай. Машина, фух, пронесло нас, вы видели? Так бы мы в машину врезали. Это другой щит, это деревья в щит, наверное. Ухо-хо-хо, птички. Так, водоем. Слушайте, мы реально далеко проехали. Это же бесконечная игра или сколько тут надо вообще проехать? Ой, деревья. Ой-ой-ой. Все, щит закончился. Ухо-хо-хох. Тихонечко едем. Слушайте, как мы далеко проехали. Мне даже не верится. Елки-елки-елки-елки. Елки, еще рано рубить елки, еще к Новому году очень много времени. Пушки. Пушки. Так, это трасса у нас. Ого! И как нам? Между машинами? А, все, наши пушки могут застреливать машины. Отлично. Вовремя мы их, конечно, взяли. 3200. Что мы взяли? 3200. Мы едем. Так, давай вперед. Снова знак. Спили. Так, встречка. У нас нет пушек, которые смогли бы отстрелить. Мы проскочили. Так, внедорожник и легковушка. Опаньки. Ушли по красоте, смотрите. Мы уже приловчились, неплохо едем, я вам скажу. Так, хорошо. Птички. Елка. Елка, так, 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 по правой стороне. Что тут, поезд будет какой-то? Давай, камень, перелетай! Блин, я думал, мы перелетим с помощью камня, ничего. Может, здесь трамплина, ребята, не было. Что нам минус 5 дали? Так, давайте посмотрим, что нам, что мы заработали и сможем ли мы купить какой-то автомобиль. Недоступно. Тест-драйв. И что нам надо для этого автомобиля? У нас же есть какие-то монеты, в принципе, да. Так, давайте выйдем сюда. Вооружение. Чтобы было вооружение, надо посмотреть ролик. А что это за елочки? Это трассы, возможно, различные, да? На которых мы можем ездить. Давайте глянем, что тут у нас. Пустыня какая-то. Может, в пустыне у нас получше получится. Но мы так нехило проехали, как вы видели. То есть, в принципе, результатом я доволен. Это лучше, чем ничего. Чем в начале ролика. И чё? Пустыня? Поехали. Это так долго трасса загружалась? И тут МС Фил решил... А, в пустыне теперь мы. О, паровоз какой-то, слушайте. За... Какой-то допотопный паровоз. Таких уже и нету. Там где-то в музеях они стоят. А, тут кактусы вместо елок. Ну, кактусы все-таки размерами меньше, мне кажется. Их легче обходить, объезжать. Так, ну мы уже приловчились, в принципе, к управлению. Теперь мы можем показывать неплохие результаты. Видите, несколько минут тренировок, и ты все. Ой-ой-ой, как понесло наш джип. Слушайте, что это было? Прыгай. Нет, кактус. Ох, взяли ракеты. Ракеты, берем щит. А, щит есть. Щит хорошая штука. Еще один щит взяли. Так, у нас и щиты, и ракетные вот эти штучки. Давай возьмем. Нет, не взял. Промазал. Ну, так хотел реально взять, ребята. Так, прыгаем вперед. Отлично, снесли. Вороны, прячьтесь. Ой-ой-ой-ой. Время, замедление времени. Так, прицеливаемся. На какую? Давайте сюда, реально. Здесь машин поменьше-то. Прыжок. Отлично. Так, время, проходи давай. Мы и так нормально едем. Давайте мы сейчас в правую сторону вильнем и пропустим автомобиль. Потому что мы же виноваты, мы по встречке, в принципе, едем. И куда нам? А здесь карта, смотрите, карта, в принципе, похожа внешне, да? Просто меняется... То есть ландшафт один и тот же, а вот меняется деревья чисто. И цвет карты. А так у нас все, в принципе, похоже. Так, вот здесь вот. Поезд. Давай. Фу, прошли. Видели? По красоте. Но могли бы и врезаться. То есть там было не просто так тяжело. Ой-ой-ой. Так, замедление времени. Берем. Ай, как я его вообще не попал по нему? Что это было, ребята? Машина ускоряется или мне кажется? Но здесь реально было тяжело. Вы видели как-то вильнуть? Ах ты, Фил. Фил. Была вся надежда на тебя, ты не смог. Это мы едем как заяц и можем ехать как улитка. Теперь мы, ребята, посмотрим, как мы ехали. Видите? Мы можем посмотреть свой ролик. Хопаньки. Не, ну мы тут держались. Улыбка у нас, конечно, была. Зубы скалили. Смотрите, наш персонаж едет и зубы скалит. Видите? Пока говорит, я зубы почистил. Зубы белые. Пока у него еще белые и все зубы. Но когда оно упадет, возможно, какая-то часть их и вылетит. Это что?
А это ускорение. Так как ускорение, он ехал. Видите? Воздух. Мы воздух разрезаем. Видите, как скорость. Шух. Летим. Пролетели. Нормально тема ускорения. Тут мы еще нормально едем. Еще нормалек. Тут мы прошли, где-то мы чуть позже врезались. Так, а как посмотреть? Где мы врезались? Тут врезались. О, летит МС Фил, говорит, привет! Замедление. Что это было? А, это мы взяли что-то, щит, да? Да, вот мы видим вокруг нас щит. Давайте ускорим процесс. Фу, мы пролетели возле поезда. Чу-чу-чу-чу. Ух, тут мы промазали, походу сейчас мы где-то врежемся. А вот здесь мы сейчас врежемся, смотрите. Вот Фил летит. Говорит, о, черт, я не попал. Я не попал между кактусами. Да, ну я вам скажу, такая вот игра. Дичь. Реально дичь, посмотрим, как будем мы вообще в нее в будущем играть. Но пока что мы видим трассы. Много машин, автомобилей. И насколько можно проходить трассу, непонятно. То есть, походу, здесь рекорд. Чисто по очкам, по каким-то, да? То есть, максимальное количество прошел, вот и будет твой рекорд. То есть, тут у трассы нет конца, походу. Вот так вот. Итак, дорогие друзья, с вами был Воблер. Оставайтесь на канале, скоро увидимся. Это была игра без тормозов.